Кем вы себя возомнили? Я не знаю. Сообщите нам о своих намерениях, пожалуйста. Выходим в прямой эфир через 3, 2, 1. Вы какое-то представление устраиваете? Я отправляю вам ссылку. На что я смотрю? Это идет в прямом эфире, я уверена, что все по-настоящему. Нет, нет. Что происходит на самом деле? Правосудие. Теперь я привлек ваше внимание. Ваша честь. Судья Оливер Стрейт, председатель, слабовавший на процессе Леджера. Я могу доказать, что вы добровольно и сознательно приговорили невиновного человека к смерти. Я готов провести процесс прямо сейчас. Суд начался. Полиция, возможно, ищет вот этого человека. Я самое последнее и неоспоримое доказательство обвинения. Вы убили невиновного человека. Ты не имеешь права вести этот процесс. Я протестую. Я протестую против вашего протеста. Ну, давайте отклоним протест. Вы объявите его виновным. Можно как-то остановить голосование? Нужно его как-то замедлить. Дональд Сазерленд. Винсент Картхайзер. Не было представлено никаких настоящих улик, виновен или нет. У судьи Оливера Стрейта буквально заканчивается время. Ваша честь будет судима. Я нашел вход. Американский вешатель.